Всем привет, меня зовут Александр, в этом видео вы узнаете, как на велосипеде запрыгнуть на бордюр. Поехали! При исполнении этого трюка очень важно всем весом надавить на руль и потом за собой подтянуть заднее колесо. Смотрите, как я это делаю на этом видео. Я всем весом давлю на руль, срабатывают амортизаторы, я запрыгиваю на бордюр и потом я подтягиваю заднее колесо. Как вы видите, в этом трюке нет ничего сложного.